4 гайки я открутил на головке цилиндров, снял и поменял там. Блин, реально, делов на полтора часа, на час, а то и меньше. Вот, он мне неделю что-то делал, так он мне в итоге и не завел ее. Потом я начал сам уже ее настраивать, там карбюратор крутить, зажигание крутить. Потом вообще взял аккумулятор мотоциклетный. Взял аккумулятор, соединил проводами на этот, как его, на зажигание через конденсатор. И не поверите, у меня через аккумулятор такая искра была на этой Риге 11. Вот просто вообще просто бомбовая. Он заводился, да, но как аккумулятор и через проводки аккумулятор на земле ехать было нереально. Вот, а когда аккумулятор скидываешь, искры-то нет, ну там чуть-чуть такая красненькая бьет. Опа, ребята, по-моему, играет. Смотрите-ка сейчас. Подождите-ка. Вот. Потом, короче, я намучился с этим мопедом реально. И перед школой, перед 1 сентября, я его растолкал до такой степени по улице. У меня в улице еще была такая горка. Я его так растолкал. И он у меня завелся, представляете? Я прокатился за целое, получается, за целый месяц. Я проехал всего, наверное, метров 400. Проехал, и уже когда к дому начал подниматься в гору, он у меня заглох, и все, и больше он никогда не заводился вообще. Компрессия была дурная, искра была, карбюратор 1000 раз промывали, прочищали, вот. Ну, нифига не заводился вообще. Я вот на тот момент не знаю, что с ним было, короче, мы его... Потом я его выменил на Дельту, разобранную в мешке. Дельта, короче, была с ножным переключением, но там мотор был вообще разобранный, вот, просто в мешке. Я его прикатил за 2 километра в мешке, эту Дельту, и уже думал, какие запчасти покупать. А в итоге на нее было ничего не найти, оказывается. Ну, там полдвижка не было, вот. Там коленвал был, половинки картера, цилиндр, головки, по-моему, там не было. Вот. Ну, там дофига чего не было. Ну, рама с колесами, с проводкой была на месте. Там еще коммутатор был. Ну, все на месте все было. Вот. Потом я его продал за 100 рублей, по-моему, продал просто раму без движка. А движок, он у меня-то где-то и валяется. Вот. Я ничего не стал, ничего там продавать. Он где-то в гараже, у меня все валяется в мешках. Вот. Потом, получается, в 12 лет отец мне купил, получается, Карпаты 2. Карпаты 2 спорт или не спорт, я не знаю. Но там была наклейка на баке спорт. Карпаты 2 спорт с ручным переключением передач. Вот. Это в 12 лет. Мы с ним нанимали людей, там ехали, везли его на багажнике на шестерке. Этот мопед за 100 километров, за 80. Вот. Тоже была такая история интересная. И потом, получается, это была осень. Грязь везде. И я учился трогаться. Вы представляете, как на Карпаты 2 трогаться с ручным переключением передач. Ты его вот так вот разгазовываешь, а левой рукой вот так вот первый бах, щелк, тросик, выжимаешь сцепление, там весь рычаг двигается, ну, подвижно так, бах, подрубаешь, и он просто вот так дергается и глохнет. Вы не представляете. Я, наверное, час, наверное, не мог тронуться. Просто я не понимал, в чем дело, что там происходит с этим. Я просто тронуться не могу. Перечитывал книжки, у меня было очень много книг по технике. Вот, именно про мотоцикл, про автомобили, очень много было книг. Читал, как трогаться. О, ребятки, смотрите, что там. Сейчас я вам покажу. Подождите. Видите, что это такое? Рыба дышит. Смотрите. Вот здесь вот. Над поплавком сверху слева. Офигеть. Ничего не было. Рыбка-то есть. Вот, я, короче, долго учился мучиться стартовать. Но нифига. Как оказалось, там вело сцепление очень сильно. И когда ты просто включаешь передачу, он у тебя дергается и не едет. Я что сделал? У меня же гора. Я с горы растолкал, включил первую. Нет, не первую, а вторую. И он у меня поехал, все. Переключаться я особо не умел, но там реально ничего не было отрегулировано. Сцепление вело. Вообще, то есть проблематичное прям было управление с этими скоростями. Просто полная жопа, если честно. Вот. Рыбнадзор. Смотрите, ребят, ну реально рыба плывет. Вот прям реально. Вот это прям реально рыба.